спасибо вам, что вы сюда пришли. Для нас это очень важно. Я тут пришел с аэропорта, там сегодня открыли совершенно потрясающий дом журналиста, обитель журналистов, собрались очень много народу и говорили о том, прежде всего, как сделать, чтобы журналистика вернулась в обществе, чтобы она была основой мировой общественного сознания, чтобы помочь человеку найти свой шанс, построить его, чтобы построить отношения с властью, то, чем когда-то журналистика эффективно довольно занималась. Я вспомнил ситуацию у нас в Москве, она довольно сложная. Вот мы сегодня бедствуем, можно сказать, журналистское сообщество. Мы единственная структура из общественных организаций, которая не пользуется государственным бюджетом. А сейчас я хотел бы предложить помянуть всех наших коллег, которые отдали жизнь, которые работали в газетах, на телевидении, на радио, которые были в горячих точках, и мы, наверное, которые погибли. Их более 350 в нашей стране. Давайте помянем их. Самых разных городов и регионов России,
получили от нее знания, получили от нее помощь, поддержку, надежду. И мы очень надеемся, что наше сотрудничество и наша дружба с Центром защиты прав семьи помогут нам в дальнейшем. Для этого вас поздравляю. Большая честь получить премию от Миляна Кудряковская из рук своих друзей, с которыми мы давно знакомы, сели в соли вместе. Ну, наверное, самое главное, что для тех, кто не знает, чем я занимаюсь, наверное, надо сказать, что вот, медиаправо, то, что мы делаем, защита прав журналистов, наверное, тебе невозможно заниматься, если ты искренне не веришь. И поэтому я искренне благодарна всем тем юристам, которые прикрепнули наши недавно проводы вместе со мной, за то, что они верят в то, что мы делаем все вместе, за то, что мы все вместе делаем что-то очень полезное. И то, что журналисты остаются верны своей профессии, мы помогаем им сделать так, чтобы их голос звучал сильнее, чтобы их услышала не только аудитория, но и их оппоненты. Конечно, нам проще, наверное, говорить о себе. Нам проще найти слова и юридически их скомпоновать, чтобы это прозвучало убедительно, что журналист имеет право сказать то, что он сказал. И, наверное, очень непривычно для меня говорить о такой обстановке. Слова благодарности для вас, что вы действительно тоже помогаете нам чувствовать важность и полезность того, что мы делаем. Спасибо.